Здравствуйте! Пожалуйста, подпишитесь на канал и, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Я буду очень рад. В ТикТоке очень хорошая есть функция, это называется фильтр комментариев. Заходим и на троеточие. Заходим в второй окон, видите реальность. И снизу под видео есть фильтр комментариев, вот. Заходим, очень хорошая функция, очень прям. Здесь есть спам и оскорбления. TikTok автоматически скрывает, если вас кто-то оскорбил. Но я не знаю, там какие слова оскорбительные, например. Я думаю, великие русские маты, которые... Это они будут автоматически скрываться. Если вы не хотите, чтобы они скрывались, вот так вы можете убрать. Лучше так поставить. И лучше поставить, фильтровать ключевые. Вот сюда добавить ключевые, добавить несколько раз. Пишем сюда маты, здесь активно там подписываемся, кто-то рекламу свою сует. Автоматически они будут скрываться. Это очень хорошая функция, кстати. Друзья, под видео есть инструктор про TikTok, то есть как скачать TikTok, как зарегистрироваться или как попасть в рекомендуемые. Вы можете ознакомиться в описании под видео. Есть ссылка на видео.